как уж и быть, запишу видео. Мы прошли большую часть маршрута, идем по руслу Учинсу вверх. Ну и думаем выйти к Капташу, который был построен в 1904 году, когда Каракташа спускаешься, и вот все мимо заходят. Ну вот мы думаем по руслу выйти как раз таки на этот Капташ. Ну а здесь мы наблюдаем один из притоков Учинсу, так он и рождается. И вот здесь встречается еще один из притоков Учинсу. Такой каньон. Сейчас заглянем в него. Ручейки бегут. Тает снега. Водопад Учинсу большой, но выше водопада еще сотни завораживающих водопадов. Но сюда неподготовленному человеку просто не пройти. Большая брахиопода. Сейчас я отсюда ее буду выбивать. И вот я ее выбил. Вот ножка ее такая вот. Большая, хорошая браха. Чем выше поднимаемся, тем прохладнее, уже чувствуется минус,
Я вон вижу, снежок лежит на той стороне. Немножко, но лежит. И мы практически под плато ползем по склонам в ущелье Кучанцу. Сергей Пакитько, привет тебе из ущелья Кучанцу. Это случайно не ты оставил на тропе? Очень похожий экземпляр, который ты мне показывал. Фото и видео. Вот там наверху уже плато. Мы видим, как ручейки стекают вниз, сливаясь вместе, образуют речушку. Здесь еще один приток идет. И так со всех склонов водичка стекает и уходит в одно центральное русло и падает в виде водопада Кучанцу. И протекает в городе, как река быстрая. Так-то, по сути, и прошли-то они особо много, но залазить на все эти карнизы, ползти по сыпухам, по крутым склонам очень тяжело. Ну и пока Тимофей там поднимается, и здесь я посижу и отдохну. Так вот, через водопад очень сумы поднялись, прошлись по ущелью. Вот я вышел на тропу, которая ведет в Уфилий, одному из родников Кучанцу. Вот здесь уже на дереве маркер виден. То есть я уже на туристической дороге, потому что шел сейчас просто по бездорожью. Поднимаемся по Тарахтарской тропе. И вот мы от Буфили отошли, и вот такая вот стихийная река, которая здесь вот переходит. Под водопадом постоишь. А тут уже сейчас минусовая, тут вон замерзла лед. Дикий человек. Блин, надо посмотреть, что здесь. Да, какое дерево, а? Тис называется. Так вот мы по склону от тропы вверх начали ползти. Здесь, конечно, опасно стоять, потому что скала сыпется, постоянный обвал. И я нашел пещеру здесь. Сейчас мы в нее зайдем. Подземные озера и рекой выходит наружу. Так, еще вода выходит. Вниз. Попадает также в реку. Очень сложно. Тут есть название пещеры. Слушай, вот я нашел табличку. Глиняная называется. В 2013 году ей дали название.
А, табличку делал дядя Вова Сорокин. Это с Белого Севастополя. Дядя Вова, вам привет. Нашли мы его пещеру. Ну и вообще всем ребятам с Белого. Крутые ребята. Делайте классно. Шутите. Там мы в пещере были только что. Ну а сейчас уже будем спускаться вниз. Тракторской. Только что спустились. Ну я спустился на тропу с этого склона. Типа вон там за деревом. Сейчас спускается. Вот так вот. Раз, сейчас вниз опять-таки нырнем. И дальше будем на тропу. И вот по Тарахташской мы спускаемся вниз. То есть мы прошли маршрут от Ученцу вверх по реке, зашли практически на плато и вот спустились на колодец. А вот что-то, не пойму, трубчатый коралл или это часть аммонита. Здесь в породе. Сейчас буду вытаскивать его. Ну, допустим, попробуем снять эти части. Просто все пакетик положим, да? Будет. Да, да, это большой трубчатый коралл. Вот он сюда уходит. Да. Ого, он еще туда уходит. Вот он. Почти весь. Почти. Хвостик еще где-то там. Поди, разбери его. Держи его там за хвост. Среди этого щебня. Ступеньки бы тут Чулпанов сделал бы. Ага. Было бы вообще круто. Забор поставил, можно было бы на нем стоять. Все, ты это выключай.